Максим Игоревич, поверьте, что мужик это еще не все в нашей жизни. А, согласен с вами, Роман Игоревич. Ведь стрелялки World of Tanks, а теперь и World of Ships приносит мне несравненное, больше эстетическое наслаждение. Согласен с вами, джентльмены. Ведь даже Battlefield 1 и то в сравнении с тупым музицированием настоящее воплощение жизни и драйва. Однако дилемма, друзья. Посмотрите, как мастерски, при помощи недавно взятых уроков актерского мастерства, я обеспечу свободу всем вам. Делай, как я. Вы позволите послушать? Конечно, без всякого сомнения. Вы надолго? И я вернусь быстрее, чем ты успеешь сказать черничный пирог. Черничный пирог? Ну, может, не так быстро. Это нормально. Коротков опоздал на 15 минут. Я слушал Шумана и не заметил, как пролетело время. Шумана, что это с тобой случилось? Садись, играй этюд. Да, во мне как будто что-то перевернулось. Я как будто научился летать. Вижу. Доставай ноты и садись за фортепиано. И все это благодаря Шуману! Потом поговорим. Садись, играй, а то скоро урок за... Что? Ты будешь играть или нет? Нет. Почему? Потому что урок кончился. Я же говорю, что из-за этого Шумана время летит, как сверхзвуковой самолет. А, Миловидов, опоздал на 15 минут. Слушал штурмана. Время пролетело, когда я слушаю Шумана. Кого? Шумана. Садись за фортепиано, играйте вот. Простите, Самир Низами, Агуи, я не могу играть всяких этюд. Почему? У меня одна музыка Шумана в голове. Ах да, я как будто научился летать. И еще это, что-то перевернулось. Только не помню, что. Может быть, Шуман? Может быть, и Шуман.